Но я еще переполнен эмоциями, потому что очень сильный матч получился и в плане мастерства игроков, и в плане вообще эмоций. То, что происходило на площадке, крупный счет, телевидение. То есть вот, все то, что говорит за то, что вот он настоящий мини-футбол. И практически я сегодня футболистам сказал, что у нас сегодня первый мини-футбольный финал в этом сезоне, потому что практически сегодня Синара в случае поражения заканчивал чемпионат. Мы идем дальше. И я очень рад и благодарен своей команде, что они сегодня так здорово сыграли и то, что мы здесь одержали победу. Конечно, надо понимать состояние Синары, которая в последних матчах очень слабо играла в плане результата. Вот, и сегодня в последний такой как бы был шанс доказать, что команда сильная. Команда на самом деле сильная, мы это все прекрасно знаем. И, конечно, они сегодня продемонстрировали очень, очень сильный футбол, очень скоростной футбол. И, конечно, те эмоции, которые сегодня выплескивались на площадке со стороны футболистов Синары, да и наши не уступали. Я думаю, что все мы видели, и это можно отметить. Вот. Но что хочу еще сказать. По ходу сезона мы прогрессировали как команда. Вот. И если взять начало чемпионата и два матча, которые состоялись здесь, и мы их проиграли с небольшим счетом, наверное, я как бы провожу как тренер параллель, что Синара, ну она не то, что стала слабее, я думаю, что все-таки мы стали сильнее за этот период времени, и то, что мы одержали три победы подряд, это все-таки справедливо, потому что те две убедительные победы в первых матчах в Троицке, они были обоснованы и очень даже убедительными. Я поздравляю всех, кто сегодня наблюдал за этим матчем, желаю удачи в следующем уже сезоне команде Синара и всему Екатеринбургу, мы очень любим вашу команду, и я все-таки горжусь в первую очередь своей командой сегодня, которая показала очень сильный футбол, и мы идем дальше. Ну, во-первых, я очень хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня нас поддержать. Те неудачи клуба, которые были на протяжении последних 2-3 месяцев, конечно, наверное, немножко отвернули от нас аудиторию. Но и два неудачных матча в Троицке, конечно, не могли как-то вдохновить людей прийти нас поддержать, но все равно за нас пришли, наверное, болели, нас поддерживали. И мы постарались сегодня сделать все, чтобы перевернуть эту серию. Но, к сожалению, у нас это не получилось. К ребятам нет никаких претензий. Сегодня все постарались, сегодня все делали все возможное. Но, к сожалению, наверное, был не наш день. Мы многое упустили, наверное, даже не сегодня, а вот в последние месяцы, когда чуточку занимались какой-то ерундой. На мне, как на тренере, наверное, лежит ответственность за то, что я упустил вот какой-то такой момент, когда в команде началось что-то не то. Но в последнее время мы очень много работали над тем, что разговаривали, собирались, общались в неформальной обстановке. И, в принципе, сегодняшняя игра показала, что если проблема и не преодолена, то, в принципе, я надеюсь, что с сегодняшнего дня ребята поймут, что мы делали что-то не то. И так относиться к своей работе нельзя, как мы это делали в последнее время. И вот сегодняшнее поражение, наверное, может быть, нам немножечко вот и отплатило за то, что даже играя в полную силу, имея такую поддержку, мы все равно такую игру не смогли зацепиться. Очень обидно заканчивать на такой ноте сезон. Но ничего не поделаешь. Нужно готовиться к следующему сезону. Возможно, кого-то из ребят уже не будет в команде. Мое здесь присутствие на следующий год тоже, скорее всего, меня не будет. Придет другой тренер, но Синара всегда, наверное, будет оставаться. Я надеюсь, клуб, который будет в самые высокие места. И этот подъем, я надеюсь, не за горами. По сегодняшней игре было видно, что дух Синары никуда не пропал. Он есть. И ребята очень стараются. Не получилось. Дине желаю удачи в следующих матчах. Команда тоже выглядела очень неплохо. Очень неплохо. И вполне заслуженно, в принципе, прошла дальше. И имеет хорошие шансы на то, чтобы даже выиграть чемпионат.